По данным Всемирной организации здравоохранения, грудное молоко является оптимальной пищей для новорожденных, так как содержит питательные элементы, необходимые для здорового развития детей, и антитела, помогающие защитить малышей от распространенных детских болезней. По всему миру сотни тысяч людей ратуют именно за такой тип питания, однако есть немало и тех, кто считает, что современные смеси способны стать полноценной заменой. Информационный проект «Мама лучше» как раз и призван объяснить молодым мамам, почему естественное вскармливание в разы полезнее и безопаснее искусственных заменителей. Цель нашего проекта и наших всех занятий – это информирование молодых родителей, членов их семей о важности, о пользе грудного вскармливания, о том, что, в принципе, достаточно это просто, то, что кормить могут все желающие. Вот, ну, внушить уверенность и привить необходимые такие навыки. Проект «Мама лучше» будет работать на протяжении 8 месяцев 2015 года, с января по август. В программе интерактивные беседы, специальные акции, отработка практических навыков, консультации и общение со специалистами по лактации. И что самое важное, проходят мероприятия в непринужденной, дружеской обстановке. Это помогает молодым мамам почувствовать себя увереннее и не бояться задать интересующие вопросы. Знаете, когда рождается ребенок, у меня первый ребенок, конечно, многого не знаешь. Вот. И такие консультации очень сильно помогают. Я уже вот неоднократно, я вообще обращалась, у меня была проблема. У меня был отказ от груди у ребенка. Вот. Мне вернули 100% грудное вскармливание. У меня до сих пор год и 5, мы кормимся грудью. Вот. Возникает в процессе, вот когда ребенок растет, конечно, много вопросов. И когда мы обращаемся, мы получаем очень квалифицированную помощь. Для тех, кто по разным причинам не имеет возможности посещать подобное занятия и семинары, в сети интернет группой поддержки была создана специальная страница-блог о грудном вскармливании, где подробно описаны методы и способы правильного кормления, а также выложены ссылки на пособия и руководство по данному вопросу, разобраться в которых легко и самостоятельно. Было бы только желание дать своему малышу самое лучшее питание и самую надежную защиту.